Вечером 29 декабря в стелу Тула на въезде в облцентр на Калужском шоссе врезался автомобиль BMW X3. Столкновение было такой силы, что внедорожник буквально вскрыло как консервную банку, после чего он съехал в кювет и остановился лишь в 20-30 метрах от стелы. В результате автоаварии, по предварительным данным, пострадала и была доставлена в больницу 34-летняя пассажирка внедорожника. Водитель и еще один пассажир отказались от госпитализации. По информации на момент публикации новости, причиной автоаварии стало то, что во время маневра обгона водитель BMW не справился с управлением автомобиля.